чуваки, и сегодня я буду, не знаю, покупать скины на День влюблённых. Но не все, я куплю их. Хотя, сейчас, секундочку, ребята. Короче, я все почитал. Получаем пинсики. Получаем пины. Пины. Пины, пины, пины. У кого были пины? Дико. И Пайпер, 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 Пайпер. Пайпер у нас. Собираем. Теперь нужно скинчики забрать. Давайте. Романтическая Пайпер залетает. О май гад, какая Пайпер крутая. И у нас остается на покупка Эль Коразо. 13 гемсиков у нас осталось. И теперь берем приму. Давайте сыграем даже этим пиком. У меня нет, конечно, к сожалению, других, но как-то должны играть. И давайте последним Рико возьмем, потому что он у меня на пине. Обязательно как-то докупим все скинки. В принципе, они недорогие, больно. Влетаем в качку. Тут уже, блядь, телем в качку. На самом деле, я очень долго ждал. Я поставил на паузу видос, но я очень долго ждал подбора челов. Никто. Стоп, чё? Чел. Чел тупо на таком же скине, как я. Но я чел тоже купил их. Я сейчас у него еще стильный Лу. Он плюбас. Нет. Король Лу все-таки. Ой, ё-моё, я вышел случайно. Может, тут крита. О, как круто выглядит скин. Еще анимации есть. Я не смотрел просто, есть ли у них анимация там всякие. Прыжок. Погори, погори, братишка. Гори, гори ясно, так сказать. Ой-ой, мне лучше свалить. Так. Блин, тут эти штуки. Нет! Меня сейчас заморозит. Нет! Похоже, это ГГ. Я очень сильно играю. Сейчас буду его тащить уже. Так, мне нужно... пин использовать и посмотреть, как он выглядит. Они все анимированы. Никогда не могу это слово выговорить. Ой, жестко сейчас иду. Чел, кстати, тоже донатер, походу. О, дизлайк еще отправляет. Давайте, пока не выиграем. Давайте немножко изменим пик. Сейчас, ребята, секунду. И вот продолжаем. Очень долго подбирал пик. Но только остановился на таком пике. Давайте за каждым сыграем. Пойдем. Первый у нас Эль Приму идет. Погнали на нем сыграем. Очень нравится скины. Блин, жалко, что они один день продаются. Я, короче, не задумал на них. Наверное, все-таки. Ну, понимаете. Погнали. Челы, кстати, тоже хорошие по скины. Тут одни скины. Ой, меня застанили. О, тут Эль Прим играет тоже. Жесткие каточки, я не успел. Обидно. Очень обидно. Ничего злиться. Чего? Да что ты злишься на меня? Да ладно, я все решу. Да ладно, не кипишуй. Послушай мне, дай, чем злиться на меня. Я, в отличие от вас, нормально играю, чем этот рык.
Легко, который не умеет играть. Подождите, у меня пройдет дебильный. Ой-ой, тут еще и тара возникла откуда-то. Не пойми. Летай, братишка. Догорит, мне кажется. А, я его добил, да. Рику, давай, ну ты что ж делаешь-то? Рику, давай тащи. Рику, вообще. Давайте, ну камон, у нас так много моментов. И... то почему он достает? Солнце лайк лови. Он типа... ой, я лайк ему отправил. Я дизлайк тебе хотел отправить, потому что играть научись. Я, конечно, там ничего по него не играю. И говорю, но все-таки. Реально, ну играть. Ну типа... очень глупый гол мы пропустили. Из-за кое-кого. Если мы будем злиться, мы проиграем. Если... как я забил, он сразу такой... ай, я радостный. Полетай, братишка. Я вам аптечку поднес. Давай, тащи. Убивай. Я просто себе купил скин, типа ничего не делал. Типа все имеют... все, типа, имеют... право покупать и донатить. И донатить. Отличие от Рику, я затащил вам катку. Так, поиграли на нем. И теперь нужно взять очень трудную Пайпер. Но пойдем мы, пожалуй, уж лучше вот сюда вот. Очень нравятся мне пинтики. Давайте потом купим еще вот это. Трубу майки. Ну, вот будем пушить скоро. Скоро будем пушить. Няниту. А будет пушить со мной Гриша и Глеб. Гриша и Глеб будут со мной пушить вместе. Ну, у нас нормальный пик, если честно. Ну, если считать. О, чел тоже похож. Или у него был сейчас прошлого года. Не знаю. Чего они дизлайк отправляют? Вроде нормально играю. Еще не через самый год. Надо на самом деле на Пайпер уметь попадать. Тогда вы будете очень круто играть на Пайпер. Я, допустим, еще не доучился. Это я виноват, я близко к ним пошел. Видели? От двоих ушел. Да, жесткая у нас. Давай. Да черт, никак не... мне что-то вообще разносит больно. Я вообще не умею играть, если честно, Пайпер. Я двоих ушел. Надо тащить катку. Да не гробить. Господи. Где челы? Да черт тебя побери. Ну, выиграю катку. Да. Ну, еле как, на самом деле, выиграли. Теперь вообще на очереди Рико. Давайте пойдем.
Не знаю, куда пойдем. Не будем покупать бессмысленное вообще. Просто пофукли. Ну и пусть. У нас еще и 13 остается. Дом полотенце скоро, походу. О, не знаю, если честно, не знаю, куда пойдем. Давайте вот так поставим. Сюда поставим какой-то мэк. Сюда не сильно алкоголь. Давайте поставим даже по риску возьмем. Я его. Таким пиком пойдем. Сейчас надо выиграть, тащить надо. Ой, карточка у них жесткая. Ну, не очень нравится пин. Очень нравится. Вот прям тащит. Пин. Пин очень крутой, на самом деле. Ну, вот скины, все эти пины. Это ничего не значит на игре. Главное, все, скилл. И всегда верьте в себя. Всегда верьте. Даже если вы начинаете там стоять на одном там, кольце поку. Всегда верьте в себя. Даже там дизлайки тебе вам отправляют. Просто верьте в себя. Просто вот. Даже если проиграете, все равно не расстраивайтесь. Может, у вас, допустим, через месяц возьмут киберспорт этого человека, который вас победил. Нет, не возьмут. Типа, возможно же такое тоже. Ну, лучше дизлайк отправят. Ой, я вообще что-то тут. Фигню исполняю, на самом деле. Попал. Ой-ой-ой, дизлайк жду. Молодец, что он дизлайк отправил. Если я ой, я дизлайк отправил. Зачем я это сделал? Сейчас, подожди, дизлайк уберется. Все, погнали. Надо просто кольта вырубить, в принципе. Я думаю, легко будет вырубить Брока. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Упустили фанки. Брока, я думаю, будет легко убить. Ой, сейчас сломается. Что-то... А, он... Ну, это трудно, да. Он, видите, как опережает. Знаете, какая у меня есть тактика? Ой-ой-ой. Надо его как-то закинуть, дым. Почти сразу-то умрет. Надо его еще. Все, кидай его. Да блин. Не, ну это ГГ, походу. Оу, затащили. На ЛЧП. На самом деле нужно было чего немножко подпушить меня. А, Гейлы, давайте Гейлы вернем как раз себе. Что, Рика еще вернем? Так, Гейл, пока он что-то. А, у него один кубок остался. Давайте сыграем один раунд. Вот видите, очень долго был подбор. Стал на видео. Ну, на паузу. Не такой уж, конечно, долгий. Вот сейчас Праут очень сильно прижал меня. Надо очень... Как бы сыграть грамотно. Вот так вот. Братан, надо уворачиваться от Спраута. Нет. Походу, это ГГ. Ну, чел там просто играет. На автомате. На автомате играет чел, походу. Нужно мак-культу накопить. Там разнесем, в принципе. Да, в принципе, на Гейле даже можем разнести. Я на Гейле тоже тащил очень сильно. Ну, вроде одного кубаса надо сыграть очень грамотно. Вот сейчас очень грамотно нужно играть. Вот черт тебе возьми, стенка дебильная. Ладно, сейчас его закинем. Только стана у меня нету. Чел... Ну что, сдаваться пошел? Так, тихо. Давайте. Блин, а... Все, он что, сдаваться пошел? Пошел, да.
мне, в принципе, это на руку только. Не, он не тоже. Ну, вот тычку попал. Он зарядился уже в холод. Надо его как-то выкинуть. Дым, как-то дым. Так, сейчас нарастется дым. Нет. Грамотно играем. Ну, блин, крыса, крыса. Да нет, я думаю, когда... Нет, я прожил. Успел все-таки бежать. Я еще есть вихрь. Вот сейчас надо против мистер Пи очень грамотно играть. Уворачиваться, трехарниться. Вот как я сейчас делал, лучше не делать. Ты же потрачу ульту. Чего? Не, походу, это ГГ. Не, это ГГ. А, ничего, давайте уже наконец-то вернем мне. Давайте, да, вернем все-таки, давайте вернем. Фу, жесткий пик очень, две меты. Ну, сквик не такая мета, я бы сказал. Сейчас надо сквик вырубать. Дальше будет, в принципе, очень легко играть. Вырубит меня по-любому. Бас вырубит меня. С ультой, наверное, даже уже. Я на риску. Я очень грамотно играю на риску. Типа вот так. Я не хочу ему дать дефаться, так что я их буду даже. Очень жестко все это мета, все это. Что? Если бы сейчас это меня бы забдело, это просто... Ну, сейчас на самом деле грамотно играет. Тоже уворачивается, пытается уворачиваться. Ой-ой-ой, прям попался прям под этот капкан. Ну, все, сейчас одну качку доиграем, да и все, в принципе. Там видос закончится. Давайте лучше все-таки посторожимся. Ой-ой-ой. Что я делаю? О, господи, боже мой. 152 хп. Сейчас старый, если она с ультой, это вообще капец. Но без ульты, слава тебе, господи. Ну, с чертиками. Затишье. Все, я могу. Ну, это просто из-за тупого телепорта. Господи, боже мой, почему так делают разраб по фифке, не понимаю. Типа я находил многие баги. Находил баги на Фэнга, находил баги на многих бойцов. Ой, тупой баг. Если бы сейчас меня засосало, то вообще. О, ну вижу. На этом, ребята, ролик заканчивается. Мы не вернули так себе. И этого не вернули. Рико. Всем, ребята, пока.